Сегодня мы благодарим свою работу. Я благодарю работу, которая у меня есть. Я ее люблю. Я благодарю за возможность служить людям. Я благодарю за то, что она на самом деле не работа, а мое предназначение. Я благодарю, что благодаря тому, что я работаю, я развиваюсь. Я благодарна за то, что с каждым днем в мою жизнь приходит много новых интересных людей благодаря моей работе. Я благодарна тому, что, занимаясь своим предназначением, я могу служить Богу. Моя благодарность настолько безмерна, настолько всеобъемлюща. Я благодарна, что я узнаю новые места, новые практики, новые ритуалы, и что я могу делиться этим с людьми. Я благодарна, что я могу создавать пространство, в котором нет осуждений и критики. Я благодарю за то, что рядом со мной так много прекрасных, светлых людей, и все это благодаря работе. Я благодарна за команду, которая со мной, за каждого человека, который так или иначе дает нам возможность меняться. Я вас всех очень благодарю за то, что вы есть в моей жизни. С любовью, ваша Анна.